Год человека труда – прекрасный повод отметить труд тех, кто вносит весомый вклад в развитие республики. Первыми почетных наград удостоились лучшие из лучших в агропромышленном комплексе Чувашии. Сельское хозяйство в Чувашии даже в сложный экономический период демонстрирует уверенную динамику. Показатели развития отрасли – это цифры, полученные в результате труда всех, кто работает на земле. Сегодня в зале собрались лучшие из лучших в области зоотехники, ветеринарии и машиноводоения. Сейчас Чувашия по уровню производства молока занимает второе место в Приволжском федеральном округе, а по производству мяса – третье место. Если взять цифры с начала реализации приоритетного национального проекта развития агропромышленного комплекса, на то и на Доброго в республике выросли на 36%. Это продуктивные качественные показатели. По прошлому году составили 4861 килограмм. Если задаться простым вопросом, могли бы работать? Конечно, можем бы работать. Для этого, конечно, мы должны привлекать дополнительные инвестиции, как наши руководители сельхозорганизации вместе с вами провели соответствующую модернизацию, применяются современные мировые технологии, высокопроизводительный труд дает возможность животноводам сегодня получать соответствующий уровень заработной платы от производительности труда. И такая же ситуация складывается в растениеводстве. Если по уровню роста заработной платы по прошлому году взять в среднем по республике, в реальном секторе экономики, она увеличивается у нас где-то 3,5%. Сегодня награды нашли своих героев. 35 лет своей жизни Людмила Киргизова посвятила сельскому хозяйству. Теперь она заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской республики. Это же звание носит и Зоя Филиппова. Не ожидала, конечно, но спасибо всем. Я работаю в колхозе 15 лет. Условия хорошие, коллектив дружный, работаем очень дружно, хорошо, помогает заведующий. А Елена Тимофеева стала самым молодым оператором машиноводоения, получившим благодарность главы Чувашии. В сельскохозяйственно-производственном кооперативе Канашского района Елена работает вот уже 3 года и не представляет для себя иной работы. Кстати, она в кооперативе не единственный молодой специалист. Работа достойная, хорошая. У нас коллектив дружный. В основном работает молодежь в коллективе. Очень рада, что получила награду. Дай Бог в дальнейшем, чтобы получать награды. Будем стараться. Эти профессионалы своего дела не намерены останавливаться на достигнутом. Признание их заслуг на государственном уровне – стимул двигаться дальше. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.